Fallcraft. Простите за рекрол, но я давно хотел кого-то зарекролить. Вы уж что, извините. Что такое Fallcraft? Fallcraft — это лаунчер, который предоставляет вам возможность играть в Minecraft Java версию, но на телефоне. Это реально? Реально. Начнем с того, что Fallcraft лаунчер нету в Play Market, но у нас есть Pojoff лаунчер. К сожалению, Pojoff лаунчер, ну, скажем так, устарел. Не то, что устарел, не скажу, что он тай плохой, к тому же. Ну, во-первых, Microsoft системы, офлайн системы так себе, и к тому же оптимизация, увы, страдает сильно. Интерфейс убогий, хреново работают, давно разработчик ничего такого не обновлял, поэтому можно что сказать? Правильно, полный пиздец. Поэтому на нашу трибуну вылезает Fallcraft лаунчер. Как скачать Fallcraft? Да все очень просто. Мы можем перейти через сайт, либо скачать на GitHub'е. Рассказываю как на GitHub'е, потому что на сайте бывает невозможно скачать. Сейчас заходим на GitHub, который оставлю, конечно, в описании. После того, как мы зайдем на GitHub, вы должны найти такую штуку, как релиз. И вот эту хрень, если что. Да, вот эту херовину. Нажимаем на нее. И последняя версия, вот эта самая верхняя. После установки Fallcraft нас встречает, так скажем, политика соглашения, с которым, ну, смысла читать нету, потому что тут, по идее, мы изначально соглашаемся во время установки на GitHub. Но я не стану рассказывать там по 2 часа, что за лаунчер, как ним пользоваться. Вы сами в этом разберетесь. Давайте лучше о фишках его. Итак, во-первых, фишечки. Удобно выбрать версию. То есть вот, зашел и выбираешь версию. Ничего такого лишнего нет. Все удобно, согласись. Скачивание модов. Я, конечно, был в шоке. Кроме модов, можно вроде еще скачать там модпаков и карты. Я немного был в шоке. Тот, кто сидел на HMCL, то такой, погоди-ка, а у вас случайно интерфейс не похожий? Да, интерфейс похожий, ведь это и есть он. Просто разработчик HMCL.PE давно забил на этот лаунчер и уже давно не работает с ним. Но, к счастью, есть сообщество, которое начало создавать свой лаунчер под названием Fallcraft. И они даже, ну, нигде не скрывая, говорят, что это лишь форк. То есть, переработка HMCL-а. ТРПЕ, да, это важно, ТРПЕ. Установка модов, установка нормальной версии, нормальная настройка. Вроде здесь ничего такого пока что плохого нету. Настройки адекватны, можно разобраться, можно понюхать. Но есть еще одна фишка, за которую я уважаю китайские лаунчеры. Уважаю, очень сильно. Это система API. Итак, как она работает? К примеру, я хочу поиграть на системе YoliBuy, либо на LittleSkid. Но, к сожалению, многие лаунчеры не предоставляют такой возможности. Что же тогда я делаю? Такие лаунчеры, как HMCL, XMCL и Fallcraft предоставляют вам такую огромную возможность использовать свои API-шники. То есть, заходите сюда и вставляйте ваш API-шник. Ну, если что, все в описании есть. У нас здесь Discord-сервер, но мы оставили на нашем сайте последний пост о том, как использовать эти API-шники. Ну, куда их вставлять, поточнее. И эти API-шники вы вставляете, и вуаля, вы можете использовать эту систему для своих скинов. Итак, заключение нашим итогом. Я не стал рассказывать там подробно, показывать, все такое, потому что вам явно это не интересно. Вам интересно про его фишки, возможности и доступен ли он, к примеру, на Android. Он доступен на Android, но он не доступен для iPhone. Соболезнования. Также он полностью открыт, то есть есть у него open source, который вы можете там скрыть, узнать, еще он состоит, как он работает. Но и главное, что там нет вирусов. Это реально радует. Ну а так, все, кто были со мной, до встречи, до новых приключений. Задавайте вопросы у нас в Дискорде, либо в Матриксе, либо в Телеграме, либо в комментариях. Все, пока-пока!